Одна панелька готова. Сейчас по этой панельке буду делать вторую, чтобы они были одинаковые. Так, положил заготовочки на уже готовую панельку. И теперь буду приваривать. Приготовил косыночки будущие, прутики отметил. Буду нарезать косыночки, которые буду приваривать на углы, чтобы не косились диагонали при нагрузке. Будущие косыночки готовы. Теперь буду их монтировать, приваривать вот так вот на каждый уголок, на каждой панельке. Все, нижний ряд косыночек я приваривать закончил. Сейчас останется приварить стоечки. Стоечки и нижнюю полость отрежу и приварю ее сверху на стоечки. Потом, когда стоечки будут приварены и верхняя крышечка тоже будет приварена, буду варить оставшиеся косынки на стоечках. Ну вот, я приварил стоечки. Теперь моя задача — это отрезать ту вторую панельку, или первую, в общем, ее отрезать и поставить сверху приварить. Косыночки приварены, и мне сейчас нужно будет приварить сюда вот так вот прутки, пруточки, на которые уже потом что-то будет ложиться. Вот так выглядят косыночки. На все плоскости усиления уже есть, чтобы не шаталась, не гнулась, от веса не деформировалась. Только останется пруточки. Если потом покажет практика, что здесь середина будет провисать от груза, я поставлю здесь распорочки. Ну, уже, наверное, без косыночек, смысла от них не будет. Ну вот, настал черед вот этих продольных, точнее одной, и поперечных вот этих прутков здесь приварил. Сначала вот эту продольную, потом по центру вот эту одну поперечную, вместе их соединил ровненько. Ну, перед этим, конечно же, все отметил, где каждая будет стоять, все отмечено. Нарезаны вот эти все поперечные, продольные, все приготовлено. Ну и теперь уже начинаю сварочку. Вот эти места, где углы, где они здесь будут стоять, я потом по месту отмерю, чтобы более-менее точно было. Это потом по месту будет. Ну все, сушилочка готова. Вот такой каркас.